Майор Римас вас приветствует. Кстати, менты подъехали, что-то непонятно, что они делают. А, по всей... а это у нас полицейский участок, и они уехали прям. Прям на вызов. Нифига они как обгоняют, смотрите, прям как, а? Ну что ж, ребят, всем привет, с вами Рима. Сегодня у нас очередной видео игры под названием City Skylines. Мы в прошлой серии остановились на том, что построили вот этот вот невероятный район, регион. Здесь у нас появились новые гостиницы и, конечно же, а в некоторых местах мы замечаем... не... ух ты, ёптать. Отель Стратус заброшен. По всей видимости, не хватает рабочих. Нам надо много, нам надо больше людей, ребята. Больше людей сюда заселять и закупать новые земли. Ну что ж, поехали, погнали. Я думаю, вот отсюда, если мы начнем делать новые районы, будет просто обалденно. Вот так вот, чипуль. Так, еще. Что-то мне понравилось, то, что я расширяю город. Это в чем проблема? Почему они такие суровые прямо, а? Почему? В чем проблема? Я знаю, что вы хотите зимнюю карту, потому что у нас типа зима сейчас, да, уже почти зима. А за окном у некоторых даже уже снег вовсю, как у меня. А некоторые живут где-то в Греции, в Турции, я не знаю, где-то еще. Кстати, кто живет в таких регионах, где сейчас, прямо сейчас плюс 20, ребят? Напишите в комментариях, мне вот очень интересно посмотреть на вас и вам позавидовать. Так, здесь будем строить просто большие районы, регионы. А я имею в виду... жилые комплексы и прочие. Поставим сюда парк в центре. Игровую площадку сделаем. Ну и вот это вот тоже дело можно сделать. Вот так вот. Так, школа. Я скучаю. Школу сюда построим. Среднюю школу, высшую школу также построим сюда. А районную школу ставить не будем. Что-то я прям разогнался, если честно. Очень быстро все это дело застраиваю. Ускоряем время. Прямо у нас на глазах поднимаются высокие здания. Очень хорошо. Ну и нам надо потихонечку перестраивать центральный регион, район. Так, здесь мы магазины сделаем. А здесь возьмем вот так вот чипуль. Тихо. Отлично. Отлично. Все сделали. Все отлично. Так. Прекрасно. Хорошо. Жителей у нас 10 тысяч. Следующая разблокировка. Большой город будет, кстати, через 600 жителей. Очень хорошо. Но я знаю, что мне надо здесь перестроить некоторые места. Сейчас посмотрим. Сейчас, ребят, посмотрим, как она заработает. Я не хочу слишком быстро и резко строить. Давайте вот здесь вот начнем пока. Вот так вот. Хопа. Конечно же. После того, как мы... возведем большие, огромные сооружения. Возможно, будут большие пробки. Смотрите, уже начинается потихонечку. В этой местности я убирал светофоры, помню, еще позапрошлой серии. Ну, ничего, пойдет. Нормально. Надо грамотно строить. Надо очень грамотно строить. Так, и метро. Метро, насколько я помню, мы где-то уже ставили метро. Нет, мы не ставили метро. Надо первое метро поставить сюда. Прям не нравится то, что я ставлю метро. Второе метро будем ставить вот сюда. Третье метро будем ставить вот здесь вот. И четвертое метро вот у нас будет стоять вот в этой местности. Так. 150... А, 16 тысяч у нас всего лишь денег. Насколько я помню, мы как-то брали кредит или нет? Нет, не брали. Давайте возьмем кредит, потому что сейчас я хочу необычное метро построить. Прям, чтобы не было пробок и прочих. Да, и у нас большой город. Прекрасно. Но пока этот город... ну ладно, сейчас мы сделаем кольцевую. Так. Нет, что-то чересчур большую мы делаем, да? Бля, а как сделать правильно? Давайте вот так вот. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Не отсюда начнем. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 6 здесь. Потом отсюда, посмотрите.
Вот. Один. Два. Три. Один. Два. Три. Вот такая вот у нас будет кольцевая. Сейчас я буду очень грамотно строить. Смотрите, ребят. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Ну, почти ровно. С учетом того, что там есть у нас горы, ну, как бы холмы, да, и так далее. Ну, ладно, пойдет. Два. Я ни хера не вижу. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Так, и здесь вот. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Вот так вот все. Ровно. Вроде ровно. Вроде нормально. Так, и отсюда будут идти вот эти вот ветви метро. Чипуль. Чипуль. Вот так вот. Ну вот как-то так. А когда у нас большой, огромный город будет, здесь у нас вот такие вот будут развязки метро, вот так вот будет происходить. Вот так вот будет у нас происходить. Ну и вокруг этого тоже будем делать такие вот развязки. Вот как-то так, типа как московский метрополитен, либо там питерский, не знаю. Ну это, конечно, далеко не метрополитен, ну хоть как-то. Я просто посмотрел гайд. Цифровой, ну, я имею в виду, читал гайд на официальном сайте парадоксов, там вот как-то они вот примерно так делали, и в итоге вообще пробок не было метро, то есть никаких проблем вообще. Так, первый маршрут будет идти отсюда, вот сюда, и обратно, прекрасно. Второй маршрут будет идти отсюда, вот сюда, и обратно. Превосходно, просто невероятно. Так, белый, серый, там темно какой-то непонятный. Получился у нас и вот так вот сделаем еще. Так, третий маршрут будет происходить отсюда. Вот сюда. И обратно. Превосходно. Черный прям. Черный, это у нас будет такой серый цвет. Черный цвет, это у нас в нефтяной район будет проходить метро. Насколько я помню, здесь у нас есть уже автобусная остановка. Спокойно. Вот сюда остановку проделаем, и вот здесь вот тоже будет остановка. Прекрасно. Так, сейчас, по идее, должна вот-вот появиться остановка. Вот здесь вот. Ускоряем время. Ну, появись, пожалуйста, остановочка. Слушай, может быть, нам надо было метро поставить вот сюда как-то. Ладно, давайте посмотрим, что мы сможем сделать с кредитами. Не, мы выплатить пока еще ничего не сможем, к сожалению. И, ну, я хочу сделать чуть-чуть погромче. Вот так вот. Все, прекрасно. Так, мы обеспечили метро все это дело. Теперь нам надо посмотреть, как это будет в деле работать. Вообще, люди заходят в метро? Люди заходят в метро. Смотрите, уже 13 пошли. Нифига себе, сколько тут в метро-то ходят все. Добавим сюда, возле этого метро, еще остановочку. Отлично. Прекрасно. Не, нормально, нормально. Все работает отлично. Так, с метро мы с вами разобрались. Теперь нам надо... по поводу ресурсов подумать, что да как тут происходит. Смотрите, видите, здесь у нас добыча ресурсов происходит. Мы можем, в принципе, расширить свой нефтяной, как говорится, нефтяное жило. Ну, например, вот так вот.
Музыка хорошая. Музыка обалденная. Хорош. Остановим игру. Уже, смотрите, строится, начинается, да? Начинают строиться все. Но нам надо этот район расширить вот так вот, чтобы здесь у нас нефтянка была. Прекрасно. Ну, давайте сквер поставим сюда. Фух. Пошла мазута. Прямо в прямом смысле этого слова. Строятся нефтеперерабатывающие заводы, нефтедобывающие скважины тоже так же здесь у нас возводятся. Ну что ж. Хорошо. Сейчас у нас и так, смотрите, какой доход. Мы играем на хардкоре, у нас уже почти 8000 в неделю. Это, я вам скажу, даже очень хороший показатель, дорогие друзья. Так, у нас, кстати, новые здания какие-то появились еще. Автобусное депо на биотопливе. Слушайте, у нас здесь еще бы маршрут вот так вот добавить. И вот сюда. Прекрасно. Отлично. То есть мы сделали все возможное, чтобы к нам люди сюда приходили, приезжали и так далее. Все 6 пассажиров, ребят, все, всего лишь здесь к нам приходят. Я вроде бы здесь остановку ставил, но я не вижу. Вот телочка стоит, короче, ждет остановку. Сейчас она, по идее, сядет в этот автобус, который сейчас заедет сюда. Чипуль, да, села и едет непонятно куда, короче. Прекрасно. Отлично просто. Просто отлично. Так, нам бы еще депо такси построить. Сейчас таксисты выйдут и будут кататься. Что-то такси нифига не выезжает, только всего лишь 2 такси проехало. Нет, смотрите, вызовы пошли. Отлично. О! Щенок маленький такой сел, в автобус поехал дальше. Он, кстати, очень довольный. А, он короче, до сюда, да, он отсюда сюда приехал просто, на автобус. То есть ему было лень дойти пешком сюда. Прикольно то, что в этой игре реально все это дело реализовано. То есть очень красиво, у каждого есть своя забота, свои дела. Мы видим, здесь уже потихонечку начинаются у нас небольшие пробочки. То есть, ну, загрузка большая. Видите, какая загрузка у нас, ребят? Блин, жизнь кипит просто. Дождик пошел. Жесткий. Что там у нас с электроэнергией? Все нормально. Что за новое здание? А-а-а, вот оно о чем. Кстати, по поводу конечных станций. Можно уже, я в прошлой серии вам еще обещал сделать железнодорожную станцию. Как раз мы можем этим делом и заняться прямо сейчас. Прямо здесь сюда ее построим. Ух, как прям все такие хорошие. Соединим железную дорогу. Железную дорогу я люблю строить. Это вы уже, наверное, поняли. Так, прекрасно. Все. Сейчас у нас будет экспорт нефти в это дело. Сейчас будем ждать первый поезд. Можно еще параллельную железную дорогу построить. Например, в город. Кстати, можно этим заняться. Почему бы и нет? Так, давайте я сначала выплачу кредит. А, нет, выплатить не получится. Так, ладно, сейчас будем аккуратненько строить все это дело. Вдоль дороги построим. Отлично. Так.
Ух. Яй-яй-яй-яй-яй. О, нет. У нас упала электроэнергия. Чипуль, чипуль. Чипуль. Еще, еще, давай еще. Кстати, может быть, дому еще попробовать построить, но нам надо ее правильно строить. Научиться правильно ее строить. Возводить. Так, 9000, ребят. 8950. 9000 доход у нас каждый год. Каждая неделя. Очень хорошо. Так. Все идет у нас по плану. Кстати, насколько я помню, у нас, по идее, сейчас должна... А, нет, не скоро. 16 тысяч. Через 1000 жителей, ребята, у нас будет новое здание, которое позволит нам более чистую воду. Ну, воду очищать. Так, здесь мы железную дорогу поставили. Все это дело вот так вот выглядит. Сейчас посмотрим. Тоннель построился автоматически. Ну, я думаю, здесь... В этой местности... Мы можем пассажирскую построить станцию. 45 тысяч нам придется, конечно, взять. 39 тысяч мы взяли сейчас кредит. Я хочу построить пассажирскую станцию. Не, вот этот монорельсы нам пока еще не нужны. Извините меня, пожалуйста, жители, ну... Мне надо построить пассажирскую станцию. Вот так вот. Все, отлично. Сейчас к нам будут люди еще приезжать и поездом сюда. Так, и к этой пассажирской станции нам надо подвести... Прямо вот здесь вот создать остановку и здесь вот остановку создать. И белую остановку еще поставим. Все. Но я пока не вижу, что поезд к нам приезжал. Че, неужели у нас с водой теперь проблемы? Ну, давай воду построим. Угу. Хорош. У нас тут пожар где-то. Ёптать! Это что за херня происходит? Хера себе. Областной центр. Так, нам надо выплатить все кредиты. Отлично, мы прям ровно сделали. Так, а... МЧС? МЧС, вы где? А где вертушки? Я же вроде вертушки строил. Я же строил вроде вертушки. Не, нормально, нормально. Успели, молодцы. 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 Вот это гребаная жесть. Так, уже пассажирский поезд поехал и приехал. Очень классно, очень хорошо. Так, здесь у нас по всей видимости с мусором еще не могут справиться, блин. Проблема за проблемой. Плавающий мусоросборник. Слушайте, вот это вот надо построить. Я никогда в жизни не строил. Давайте возьмем еще кредит. Римас, ты берешь кредит каждый раз. Плавающий мусоросборник. Интересно посмотреть на это дело. Так, что он дает вообще? Снижает уровень загрязненности водоема. А здание нужно размещать на воде. Ну давай поставим сюда, как он будет выглядеть. Мусоросборник. Производительность 50. А что он делает-то? Я так и не понял. Эта постройка собирает плавающий в воде мусор, снижает тем самым уровень загрязнения водоема. Нужно размещать на воде. Но я понял, да. Я понял. И что, он реально типа как говно собирает, что ли? Кстати, такой сборник надо поставить у себя в комментариях. Отбиваться от хитерёчков. Римас, это не смешно. Меня обидно стало. Хитерёчек, ёптать. Так, сейчас мы... Чипуль. Вот так вот.
сюда поставь еще полицейский участок, обязательно. А у нас здесь тоже есть полицейский участок, и я еще хотел что-то построить. Правда, я уже забыл, что я хотел построить. А, свалка. Нам нужна свалка. Тихо. Я знаю, что нам промышленное здание надо построить. Давайте вторую шнягу сюда поставим, потому что вот эти вот чуваки, они просто тупо не успевают перерабатывать мусор, ребята. Это очень плохо. Это очень плохо. У нас якобы экологический такой городок, но все-таки у нас есть загрязнение, понятное дело. Но зато в центре, смотрите, какой рай, дорогие друзья. Это просто рай в раю. Вы понимаете масштаб трагедии? Это просто обалденно. Так, нам надо еще коммерческие здания построить. Как раз эти коммерческие здания я сейчас буду их и возводить. Сюда прям поставлю. Отлично, 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 отлично. Пошла мазута. Что у нас там ценность земель? Ценность земель нормально. Перестраиваю. Ух, как хорошо, а? Так, у нас уже очень много людей, по идее, потихонечку появляются. Нам надо еще построить центр сбора мусора, где, знаете, ну давайте в этом же регионе построим второй. Вот так вот сделаем. Ребята реально не успевают. Видите, 15 машин из 15. У нас обработка мусора идет просто оптом. Оптом. 10 машин уже выехало. Одни мусорки, ребята. У нас в городе только одни мусорки и видно. И все, больше никого не видно. Нифига. Боже. Вы успеваете хоть тушить-то? Вертушки. Видать, молния где-то херачит. И все, и начинается полный беспредел. Так, нам надо крематорий построить сюда куда-нибудь. Рядом чипуль. Баню еще поставим. Рядом с крематорией, чтобы далеко не ходить. Так, у нас здесь, походу, брешь какая-то, да? Вот сюда вот построим еще центр какой-нибудь там этот. О, боже, вы что, тут не хотите ничего строиться? Ну ладно, не хотите, не надо. Господи. Меня только за, я здесь построю бизнес-центры. Так, бизнес-центр у нас возводится. Очень много денег к нам приходит. Деньги к нам приходят. Деньги пам-пам-пам приходят. Выплатить сейчас мы ничего не сможем. Нам надо бы еще какое-нибудь уникальное здание построить. За те деньги, которые у нас есть, которые мы имеем. А, имеют пока нас деньги, а не мы. К великому сожалению. Почему ты не хочешь строиться? А, это здание уже существует. Где-то оно там у нас. Оказывается, это здание уже, ребята, already существует. Во, во. Вот это вот нам надо построить. Останавливаем игру. Чипуль, чипуль. Тихо-тихо-тихо-тихо. Чипуль. Ой, ёптать. Доступно с канализацией. Так, вот так вот построим. Мы по-любому будем отапливать данное дело. Ну, давай сюда еще построим. Я думаю, две штуки нам достаточно. Хватит. Так. Смотрим. Прекрасно, превосходно. Ребята, две штуки вполне отлично справляются с этой задачей. Смотрите, у нас просто отводная труба. Она получает 120 тысяч. А здесь у нас 160 тысяч. Понимаете разницу, да? А разница у нас очень большая. Боже, какой красивый вид. Просто красивый вид, ребята. Невероятный вид. Блин, жалко, что дом не сгорел.
Ну что ж, дорогие друзья, вот такая вот серия у нас получается. Мы сегодня построили очень много. Построили метро, поставили наконец-то вот эти вот поезда, линии. То есть у нас уже экспорт налажен. Очень хорошо. Ну я с вами не прощаюсь, скоро увидимся. С вами был Римас. До скорых встреч. Всем пока.